Вот тоже все совпало. Это я заранее пришивал. И вот тут сейчас я буду завязывать. Тоже вон они это к главной штуке. Вот этот главный шов, он ушел сюда. И это специально так задумано, потому что я 4 полотна сшивал. Раз, два, три, четыре. Длиной 4 метра, 65 сантиметров сшивал. И если бы шов пустили посередине, я переживал, что вон там не хватит. Потому что там ниже у меня земля, а тут выше. И я на 10 сантиметров сместил. Завязки, видите, вот по центру. Это я сейчас все сюда привяжу, к этой перемычке. Все будет отлично. Короче, я доволен. Бассейн у нас теперь защищен от дождя, от пыли, от урагана, от ветра. И я тут стою, уже прям тепло. Ну, посмотрим, как нагреется вода. Теперь можно фильтр ставить мощный. Все это как сказать, прогонять. Тут у меня фильтр есть, но он слабенько гоняет. Сейчас я поставлю большой дренажник. Тут сделаю ящик. Сверху синдипона положу, и чтобы вода через синдипон прогонялась. За ночь все очистится, и все будет шикарно. Короче, ребята, я в шоке сам. Вот. Такая вот красота. И падаю, короче.